Основатель и председатель совета директоров компании SoftLine Игорь Боровиков! Коллеги, добрый день. Я, к сожалению, не смог лично приехать, но вот сейчас, даже находясь за 10 тысяч километров от вас, я чувствую вот эту энергетику, которая у вас есть. Но я понял основное, что после окончания университета я приобрел очень важное качество. Я научился учиться. И вот это качество, оно как бы лейтмотивом проходит через мою жизнь. И я постоянно как бы пытаюсь найти то, чему можно научиться. И я считаю, что будущее нашего бизнеса именно в этой модели самообслуживания клиента. Вести глобальный бизнес невозможно без глобальной команды. И это тоже один из уроков, который, сказать, я так освоил для себя. И второе, невозможно вести большой бизнес без правильного корпоративного управления. IPO имеет смысл, если вы хотите привлечь с рынка, ну, начиная от 250 миллионов долларов. Все ваши достижения воспринимаются как должное, а все ошибки умножаются на 10 или на 100. Игорь Боровиков, я думаю, что вы правда.